think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ночным бравликам особенный привет. Вчера пофанились. В общем, что у нас сегодня интересного? Сейчас посмотрим, запустили или нет шарики. Что-то я не вижу шариков на русском. Сейчас будем чекать. Так, Берсерк. Скин 20 осколков. Фонтан. Орлетка, чарующие покупки, открыть сундук, возвращение. Чё, нету что ли? Ну, сейчас перезайду еще раз. Может, не обновились акции? Или на русском, как обычно, нифига толком. Нет. Ну, на английском сервере у нас уже второй день сегодня. Ну, сфера дракона это не то, рулетка. Не, нету шариков. Открыть сундук. Что-то походу как обычно, станем химиком. Не, нифига нету. Да, набор сокровищ. Запак. 50 осколков мага. Да ну нафиг, он вообще ни о чем. Да. Жесть, короче, накопление с питомцами. Старенькими. Ну, такое, короче, ничего интересного, как видите, нету. Что-то они нифига толком не завезли. Так, окей, поехали дальше. На английский сервачок. Так, что у нас на английском серваке, сейчас глянем, мы на твинке. Так, пак, спринт-паки. Тоже нифига, 5 больших паков мага начали продавать. Бессмысленно вообще. Просто бессмысленно. А, так, а что по этому? Ну, видите, здесь шарики есть. Я не знаю, что они запустили. Еще 7 минут, я не могу. You can't light this lantern yet. А, вот так вот, не можем пока зажечь. Еще по плюхам. Счастливое число. Спринт вилл. Божество. 30 камешков за 100 монеток. А было, по-моему, 2 или 3 возможность забирать. Химерик. Короче, ничего такого нового. Мега особенного нету. Так, хорошо, с этим тоже разобрались. Ну, видите, сегодня что-то скудненько очень. Я ожидал... А, подождите, я ж не все еще посмотрел. Коллекционер. Ну, 200 книг, 200 кулаков, 100 этих, довольно-таки, я вам скажу, неплохая тема. Сейчас, наверное, еще на АЭС забежим, чекнем, что там, ну, интересно, заберем.
Добавим слоты. Вот 25 попыток. Не, нифига. Ни ангела не вытащили, ни этого. Ни снайпера. Так, ангел есть. Алхимик. Инженер. Ну, даже так, 200к кулаков и 200 книг, я считаю, за потраченные ЗПшки, это реально стоящее вложение. Правда, я не помню, сколько там у нас миллионов выходит за максималку. 4 у нас было, да? 3 миллиона, получается, мы потратили. И все-таки выбили. Ну, вот, допустим, даже если так взять. 200 книг, это что у нас получится? Вы возвращаете 8 миллионов. 4 потратили? Ну, я точно не помню. 4, по-моему, около 4. Если 100 попыток. Не проснулся я еще. Надо кофеек делать. А 8 получили. В принципе, как по мне, это реально крутое приложение. Плюс вы еще получаете 200к кулаков. Довольно-таки неплохо. Так, поехали дальше. Так, что у нас на немке? Зимние акции. На немке зимние акции, ребят. Так, фонтан. Понятно. Ничего такого нового на фонтане нет. Ход, блин, 200. Я завтыкал вчера, надо было пофармить эти... Как это я так провтыкал? Пец. Нам надо было вчера с вами зафармить квастики дальше. А я втыканул. Значит, буду сегодня фармить еще. Дофармливать. Вот есть как раз. Доделаю это. Такс. С этим разобрались. Что у нас на немке интересного есть? Есть какие-то плюхи? Нифига нету. Что-то сегодня вообще вторник без всяких плюх. Какой-то унылый вторник получился. Никаких плюшек, ничего толком нету. Что у нас по битве гильдий? Первое место опять. Тащеры. Тащеры в деле. Затащили, в принципе, неплохо. Красавчики. Такс. Поехали Тайваньку чекнем. Что у нас на Тайване? Сейчас я запущусь. Чекнем Тайваньку. Возможно, вы не платили за это приложение. Все как, ребят, все как всегда. Так, поехали посмотрим. Ну, кроме коллекционера сегодня, как видите, нифига интересного нету. Посмотрим, что у нас на английском сервере. Ой, говорю, на английском, на АЭСе творится. Может, тут что-то интересное хоть есть. Те же самые наборы, что и у нас. Набор снабжения есть.
О, это интересно. Я смотрю, там уже вторая сумка Зефира. Сейчас мы к ним вернемся. Фонарики здесь тоже есть. Так, возвращение, сокровищница. Такое, магазин скидок. Берс, то же самое. Дерево желаний есть. Что тут по деревку? Ну, видите, 110. Либо карточка. Ну, я бы, наверное, 10 монеток выбирал в любом случае. Тоже такое интересное дерево у них. Поехали, посмотрим снабжение. Ну, за 300 самым, конечно, по расходникам такое, за 5к тоже, а вот за 15к и за 30к реально топчик. Ну, за 15к, ребят, это просто пушка, честно скажу. Второй мешок зефира, я считаю, это вообще круто, плюс по 80 сундуков и расходники. Это бомба. Там лисица, конечно, ну и снеки, такое себе, какие эмблемы. Десятые эмблемы за 30к, ну за 30к дороговато, но вот по 15к наборы однозначно плюс. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.